Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и я сделал относительно небольшой перерыв, и надо нам, собственно, продолжить и вернуть все то, что мы проиграли в прошлом видосе, к сожалению, поэтому попытаемся сейчас сыграть пару каток, вот, в идеале они все должны быть в плюс, как всегда, пауза, не буду томить вас ожиданием, и отправимся в каточку. К сожалению, мы будем играть на Бойне на Браксисе. Не люблю эту карту, потому что на ней максимально сложно отыграть хорошо. Но что поделать? Что поделать? Возьму Гороша, потому что как вот не пытался на этой карте играть через Крысавчика, но не заходит, я не знаю. То ли враги такие пики подбирают, что Крысавчик не успевает выполнить свою роль, то ли чего. Ну, в общем, это будет от меня лично Горош на этой карте. Да и в целом давно не было Гороша, и пора как-то нам камбэчить все, что у нас происходит. Блин, ну Мурчаль, братан, это не то, что нам нужно. Пожалуйста, не надо. О, нет. Please. Не надо, Мурчали, братан. Ну, я понимаю, что ты задрот мурчалевский и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, давай не Мурчали, брат. Ну, братишка. Не надо вот этих вот какашечных героев. Ну, плиз. Но не для него эта карта, не для него, братик. Братик, брат, братишка, давай. Ты хочешь выиграть? Давай без вот этих вот. Мне уже три поражения хватило. Ну не надо, пожалуйста. Ну как ты будешь Артаниса перестаивать? Ну, брат, не надо. Возьми нормального героя. И давай выиграем катку. Три поражения у меня уже было из-за каких-то чудиков тиммейтов. Четыре даже. Четыре, но одно из них хотя бы я отыграл на старте. Что за странные пики у челиков? КТ? Нет, Гоута Содар. Ну возьми ты Соню. Возьми там, я не знаю, Леорика. Тем более против Гензи. Ну, брат, не сливай мне катку, а? Не надо. Мне хватило поражений от каких-то чудиков, которые не в состоянии понять, что делать. У них он вообще какой-то дичь сетап. Давайте выиграем, а? Пожалуйста. Блин, челик не взял Тасадара. Why? О, боги. ОМГ. Lost game.
Это дичь. Это просто дичь. Сейчас они возьмут мясника, и мы прососем в одну калитку эту катку. Чил, чил, да. Отдыхай, расслабься, расслабься. Вот я уже расслабился так, на 4 катки, блин, со всякими чудиками, блин, пососал. Не умеют играть люди в драфт. Возьмите нормальных героев. Нам нахер не нужен здесь Мурчаль. И Варин нам был не нужен. Нам нужно было, чтобы челик остался на Тассадаре, а этот челик взял Соню. Вот эта катка проиграна на драфте. Единственное, что нас может спасти, что у них пик странный. Но и то не факт, что он странный. Вполне вероятно, что там просто сидит какой-нибудь смурф, блин, на Гензе или Медиве, который по рофлу его взял. Ой, как мне это не нравится вообще. Как мне это вообще не нравится, а? Я пришел отыграть свой лустрик. Мини-лустрик. А сейчас будет что-то говно какое-то. Потнючее, потнючее говно, где мне нужно будет тащить и превозмогать. Ненавижу таких тиммейтов. Тиммейтов, которые по какой-то хер играют несерьезно. Тупо трата времени. Самого ценного ресурса на планете. На вот эту вот херню. Вот как он будет убивать Артанис? Артанис возьмет стаки. Конечно. Сейчас бы не взять стаки против Мурчаля. Ребят. Не так грустно. Не так грустно, что хочется плакать. Отвратительные тиммейты. Почему они никогда не делают то, что нужно? И на какой-то хер, вот на какой-то хер, теперь у меня есть Вариант. Зашибись. А на какой хер мне Вариант снизу? Мне нужен был Тассадар. Дышим, Зератул, дышим. Это будет дерьмовая катка. Дерьмовая, потная катка. Просто до жути дерьмово потная катка будет. Давай, ты пешни сюда, брат. Ну и что же у нас там происходит? Мурчаль не может обыграть Артаниса. Как же так? Тупо нахер трата времени, реально. Вот это должно умереть. А, ну оно не умрет. Кинься. Ну все, вечно забранный у нас верх. Это все, что я могу сказать. И настаканный Артанис, да, уже 40. Ядрить. Это такое говнище будет, а не катка. Я валяюсь просто. Уже 40 стаков у Артаниса. 40. Я херею. Это будет очень долгая, очень противная, очень нудная катка. Сейчас будет портал. Ну вот что я должен сделать? Ну, умереть, очевидно. Ну вот это вот просто я не знаю. Ах. В
Ребят, почему вот они всегда такие? Эти чертовы тиммейты. Вот он... А, он еще и взял талант! Он еще и взял талант на бесконечную жизнь, чтобы ты понимал. Ну да, ну да. Сколько раз он уже умер подряд? 4. 4 раза уже сдох. Но взял талант на бесконечную жизнь. Ядрить, колотить просто. А ты таунт взял? Ядрить, да ребят, да как это говно играть вообще? Ты видишь, что он сделал? Он взял таунт. Есть, действительно, зачем нам горош? Это же не танк. А Варин, это танк, нам нужен таунт. Капец, у нас нет второго ДДшника, у нас два танка зато. Я херею с этих челиков, ну боже мой. Ну что они творят, что это за дичь? Какой нахер таун? Ты в уме вообще? О, ребят, ну это бред. Просто бред. Ну просто бред, реально. Все, Вариан не может стоять наверху, понимаете? Вариан не может стоять наверху соло, потому что он взял таунт. Таунт, когда есть горош. Тихий ужас, ребят, тихий ужас, а не катка. Просто тихий ужас. Сто 17 стаков у артаница. Капец, ребят, хочется ругаться матом жестко, как сапожник. Просто как сапожник. Но это катка говна просто. О, пипец. Сюда. Никто тебя не отпустит, понял? А, отпустят. А, отпустят. У нас же кусок говна, а не урон. Ядрить, как жопа горит, ребят. Ну просто нахера они это делают? Какой нахер таунт? Ну какой нахер таунт? Мы теперь не можем даже Андуина убить, которого я кину. Единственный наш урон это Фалстад. Гребаный Фалстад. Единственный наш урон. Как же все у нас в говне. И верх мы забрать не можем, потому что этот кусочек... Овощи, кусочек тиммейта. Этот кусочек тиммейта, блин, взял Мурчали на карте, где он нахер не нужен. О, ребят, все в говне просто. Я не могу, у меня горит жопа. Я пришел отыграться, сделал специально перерыв, чтобы это говно прошло. А это говно нихера не прошло. Это говно мало того, что не прошло, оно еще и усилилось. Теперь у меня не просто плохие тиммейты. Теперь у меня пики такие, что выиграть невозможно. Капец, просто капец. Теперь Артанис просто ваншотает, наверное, Мурчали, да? 100, сколько? 160 стаков. Я херею просто. Я херею просто. Просто херею с этого. Все, до свидания нахер. Lost game, тупо lost game. Это пипец. Это просто пипец. Как можно быть таким овощем, чтобы взять таунта, когда есть горош? Горош что делает? Кидает и таунтит, блин! А-а-а! Жопа горит, ребят. Двести 16 стаков. Просто писец. Да иди отсюда, бомж. И ты тоже бомжара. Да, умираем, да. А почему, интересно? Урона не хватает, да? Беда какая. Ой, Мурчали умер. А чё такое, брат? А чё такое?
просто кусок говна, а не катка. Ну как здесь можно выиграть? Как? Как здесь выиграть? 260 стаков у Артаниса. Ядрить просто нахер. Да, ворвись под зергов, давай, братан. Нам нужно это, конечно, давай. Ворвемся под зергов. Сдохнем нахер. Отдадим кипу, отдадим низ. Настакаем Артаниса. Писец, ребят, как же полыхает, а? Как же полыхает от таких тиммейтов. ...262 стака, я херею просто. И настаканный медив еще до кучи. Надо их где-то трахать, это наш единственный, мать его, шанс. А, я не успел, а я провтыкал. Да, я тоже ошибаюсь, прикиньте. Да, нахер, все, до свидания, минус катка в жопу. Ох... Просто вот... А, как здесь выиграть, ребят? Вот как? Этот челик вместо урона взял таун. Этот челик упоротый нахер берет мурчаля. Я валяюсь вообще. Бред, просто бред. 0.7 эликстраза еще до кучи. Ядрить нахер. 313 стаков у Артаниса. Он уже меня, наверное, будет сейчас ваншотить. Куда ты идешь, упоротая курица? Сюда иди. Ты можешь уйти нахер оттуда, нет? 14 левел, ты видишь у них? Ты видишь 14 левел? Ты понимаешь, что с тобой будет, если Артанис тебя влетит? Ядрить просто. Босса чекаем, это потенциальный босс. Да, так оно и есть. Где наш Фалстад? Хер знает. Где наш Мурчаль? Хер знает. О, до свидания. А ты взял молнию, да? О. Даже в золоте, даже в серебре и даже в бронзе 5 так дерьмово не играют. Куски вы говна. Ну это жесть. 0.8 Алекстраза. 0.3 Варен в таунт. 0.5 Горош, да, почему бы и нет, я тоже ошибаюсь. И Фалстад, который не может сделать больше, чем пропушить там или убить одного героя. Потому что физически ему не хватает дэмэджа. О-о-о-о. Да иди сюда, братан, иди уже, тут все, без разницы. Тут уже без разницы, что происходит, тут уже ГГ стопроцентное. Да, ты молодец, ты взял молнию, охереть, ты нам этим помог, конечно. Босса благодаря тебе отбили, с твоей молнией. О-о-о, команда мечты, блин. Иди сюда. А, понятно. Вот у Алекстраза сейчас будет 0.10, юбилейный нахер. Залезни фонтан, я же нажал. Портый мурчаль. А, понятно. Просто репорты. Вот это вот репорт нахер. Не знаю, где. Намеренная гибель. Репорт. Вот это вот вообще просто репорт. Еще и Фалстаду можно репорт кинуть за отсутствие, блин, выдува. Просто ядрить. Трата времени, а? Какая обидная вот эта катка была. Я пришел камбэчить свои 4 поражения. Что мне дает игра? 4 овоща, которые не в состоянии понять, что мурчаль на этой карте говно. Что если у тебя есть танк, нужен рубака, а не еще один танк.
И это просто я не знаю. Это просто я не знаю. Как же сгорела жопа. Сколько стаков у Артаниса? Сколько гребаных стаков у Артаниса? 300, мать его, 45. Well played, sir. Охренеть просто. Жесть. Просто жесть. Вот такая катка, вот такие таланты. Офигенно поиграли. Откуда ты? Откуда ты? Вот просто откуда ты и нахер ты попал ко мне вообще, а? Мистер Мурчаля Дрочер. А ты вот, как ты мог взять танка второго? Ну у тебя 700-й левел. Ты вон там что-то вроде играл, там на дамагерах. Во-первых, на кой хер ты перепикал Тассадара? Во-вторых, на кой хер ты взял таунт, когда нужен был колосс? Ну Алекстраза это вообще без комментариев. 0.9 у нее или сколько? Первое ее поражение, да, за сегодня, второе. Ядрить, просто ядрить, я не знаю, ребята, что вот здесь делать, 0.8 у нее. Ну продолжаем, что, продолжаем наш поход по платине, я не знаю, я сделаю паузу. Попадаем на ядерный полигон, ребятки. Посмотрим, что из этого выйдет, надеюсь, не с этими же челиками. Не с этими. Отлично. Так, нет, здесь ядерный полигон. Я баню, да? Отлично. Нахер вот это говно. Сейчас мы нормальные баны сделаем, а не вот эту вот дресню, которую тиммейты делают обычно. Загару еще забаню, наверное. Дехаку фиг с ним. Хогер перестоит Дехаку. Люди просто призывают демона Димона. Когда я в ярости, приходит демон Димон. Когда демон Димон приходит, всем просто наступает звездец. Не надо, черт подери, из меня призывать демона Димона. Пожалеете. Забирай свою Джоанну. Загару надо будет забанить еще. Или Назиба. Зул здесь пофигу. Назиба надо забанить, а то они вечно, блин, не могут его задефать. Крыса нам тоже не нужен. Челик не хочет, чтобы я брал Зератулу, но это проблема Челика. В этой катке я хочу выиграть. Медив, это тот же самый Челик, я понял тебя. Так, Дехаку забрали, Загару баним. Не нужна Загара здесь. Где Загара? Все, до свидания. Никаких Загар не будет. Че ты там еще на меня гонишь, чел? Че ты гонишь вот, а? Вот что ты на меня там гонишь? Я не обязан брать Джоанны, на ней играть не умею. 16 левел у меня Джоанны, окей? 16 левел. Я на ней играю раз в миллиард лет. В платине я на ней отыграю слабо. Короче, проблема этого челика. Пусть берет, что хочет. От меня будет Зератул. Хватит слушать тиммейтов, которые несут неадекватную херню. В прошлой катке тоже я вот слушал Мурчаля, который заверял, что мы выиграем. Соснули вообще не вынимая.
Давай, братан, бери ДДшника. Кто у тебя там будет автоатакером? Тайкус? У нас же два жирных челика. Сильвана. Ага. Сильвана, отлично. Вот Утер нужен. Утер или Моралес. Или Андуин. Анька здесь не нужна. Ну, окей, бери Аньку. Декарт, вот, Декарт уже лучше. Ядрить, ко мне еще и команду закинула, блин, из золота всю. У меня слабый Мурадин, слабый Декарт и слабый Красавчик, если мне не изменяет память. Значит, ожидать от тиммейтов нечего, значит, нужно тащить здесь как-то. Сильвану. Нужно ловить все время Сильвану, потому что она сейчас пойдет явно куда-то вниз. Я пошел вниз сразу. Я не пойду драться. Мне плевать на их желание подраться. Потому что я на него не пойду. Так, все, пошли дефть Сильвана. Где она? Не вижу Сильвана. Где Сильвана? Наверху? Дехака наверху. Значит, Сильвана будет у меня. Собираем пачку миньонов. Сильвана идет ко мне. Да. Боюсь, капец как. Не будем тратить рано. Пошла брать осадку. Нет, не пошла. У нее ХП будет меньше. Меньше, чем у меня сейчас. Вижен и осадка нужна. Декарт, который стоит соло. Уровень моей команды мне предельно ясен теперь. Это минус наша осадка. Я так полагаю. И минус кипа на боте. Я сейчас пойду дефать бот. В это время меня будут пушить осадку мою.
Ну, конечно, ты будешь меня сейчас, блин, тут выносить под минус 20 армора. А это не задефаю один. Если они предполагают, что я это сделаю один, нет, так не будет. Застань ее, братан. От тебя не требуется ничего более. Низ отдали. За бесплатно. Просто за бесплатно. Все, уходи отсюда. Нет твоего смысла тут пребывания. Там топ падает, пока ты здесь херней страдаешь. Я, кстати, не забираю точку. Ну-ка, на яйца заберем. Все, отлично. На яйках забрали, бэкаемся на базу. Кипу сносим. Иначе мы бессмысленно продали бот. Сильвану пойду убью. Понятно. Декарт подставился, как бомж. Это минус босс для нас. Сильвана идет дефать бот. И это она, к сожалению, идет делать не одна. А это не Сильвана. Ух ты. А мне здесь уже оставаться нет возможности. А вот теперь сюда идет еще и Сильвана. Что это за бесполезный файт без десятки? Да отвали нахер. Не смейте сдохнуть там. А то демон Димон лично с вас скальп снимет. Настакался. Никакой пощады врагу просто. Куда ты пошел, братан? Кто тебя отпустит? Кто тебя отпустит? Я тебя отпущу? Я тебя не отпущу, тварина. Единичку. Так, отлично. Демон Димон недоволен. Демон Димон пробуждается нахер. От таких отвратительных каток. Меня идут гангать. Сильвана где? На нашем компе? Тоже мне. В крысу тут он играет. А вот это вот как произошло нахер? Почему четверо на топе и топ падает? Ну ядрить, колотить. Так, кого нету?
Так. Медива нету. Не вижу медива. Ладно, не имеет значения. Берем быстрее кипу. В смысле кэмп. Соответственно, кипу на боте. Быстрее надо поторопиться. Ко мне уже идет Сильвана. Она прям вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот уже подходит, подлетает. Быстрее, 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 быстрее. Все, уходим отсюда нахер. Бэкаемся за маной. Это было очень близко, скажу я вам. Там боеголовка, я думаю, что они все вниз-то бегут. Там просто боеголовочка. Знаете, самая простая цель для убийства здесь дьявол, как бы это странно ни звучало. Отсюда. Так, он там пузырек, и он не для меня сейчас лежит. Сильвану ловим, она идет дефить на мид. Верх давно упал, так что это хорошо. Не пошла дефить, значит отсадку берет вот здесь. Не берет. Ага, пошла все-таки дефить. Есть ульта, есть 16-й, нет вэшки у нее. Значит, мы делаем вот так. Все, она должна была умереть, отлично. Это босс, это босс. Ну, это босс. Ну, минус 2, все, минус это херня. Идем, красавчик, сюда. Вместе будем брать. Никто не идет нам помогать. Главное яда не танковать, яда очень опасно для меня. А ты не можешь поторговать немножко, братан? Вот чуть-чуть лицом, а, поторговать? Чтобы я вот не потратил все свои хп перед тем, как к нам залетит Сильвана с немотой. Иду мид сносить, иначе будет печально. Все, у нас там нет пузырьков, кстати, по дороге? Нет. На заметку декардом кидайте пузырьки вот в таких проходах, где точно кто-то будет проходить из ваших тиммейтов. Чтобы любители побыть ваншотными, вроде меня, могли спокойно идти туда, куда им нужно.
Ах ты ж. Ах ты ж чертяка, а? Давай, иди сюда, я тебя сейчас найду. Дамочка. Машинка постирала. Стиральная. Челики топ отдают. С потрохами причем. Ну, Сильвана пошла дефать, молодец какая. Блин, Диабло пришел. Хоггер зря уходит, нужно Диабло убить. Давай, прыгай в меня. Куда ты полетишь на меня? А, окей, молодец. Дальше что делать будешь? Сильвана у них хорошая, явно. Но я ей не даю шансов играть. То есть она все, что делает, я сразу куда-нибудь бегу, где она, и контрю ее действия, по сути. Примерно так, да. Примерно так. Ой, лол. Переоценил свои возможности. Моя первая смерть и моя первая ошибка. Отлично, зато минус медив. Как вот она выжила? Просто объясните, как она выжила? На каких, мать его, крополях она выжила? Ладно. Да, я уже пришел, родная. Свидание. Давай, подеремся. Так, нет, вот так не деремся мы. Вот так деремся. Куда уходим? Минус 2 у них. Все, ладно, бросаем, действительно. Действительно бросаем, потому что не сможем. Потому что команда слабая. Опа! А вот так сможем, а вот так сможем. А вот так сможем. Левел-то 20, ребятушки, левел-то 20, и пока они там херней страдают, мы здесь сейчас поразвлекаем их. Коруто. Молодцы какие. Минус 64, вернее, минус 40%. Чутка не хватило мне, мне нужно было встать позади. И тогда меня миньоны бы не били. Теперь босс для них фатален, во-первых, что я хочу сказать. Босс для них фатален. Бэкдоринг была неплохая идея, но реализовал я плохо. То есть вторая ошибка. И ошибка прям ошибка. Мне нужно было просто стоять сзади, тогда меня бы миньоны не заколупали. А сейчас у них есть хороший шанс взять босса, пока наших челиков мало, ядрить. Все, это их босс. Это их босс и вполне вероятно их игра. Как
как же все в говне, блин. Да, дедок умер, они идут на босса. Но мне надо пытаться бэкдорить, иначе ГГ. А, или они не идут на босса. Или они идут заканчивать. Ну, я проиграл катку, получается. Всю игру тащил и в конце ее проиграл, потому что Сильвана там хорошая, и она просто не дает шанса мне отыграться. Теперь за мою ошибку. Что я должен сделать? 15 секунд? Ну и мне не дали ее добить. Ну, конечно, нахер. В жопу, просто в жопу. Это инвалиды какие-то в команде у меня все время. Вот просто все время какие-то инвалиды. Одну ошибку делаешь, и все. И команда летит к херам в поражение. Сильвана Смурф. Сейчас мы почекаем ее. И Сильвана у них там играет хорошо. Диабло обычный челик. Каразим тоже какой-то непонятный. Слишком хорошо выживает. Берет обилки, не похожие для челика из золота или платины. Но это отвратительно, ребят. Ну что за два пососа? Что за дерьмо? Как вот моя команда все время оказывается такой слабой? Ну, давай смотрим. Вот этот челик просто по приколу берет медива уже который раз. Он просто рофлит. Этот челик это какой-то обычный просто чел. Хотя берет таланты очень хорошие. И здесь тоже обычный чел. Ну а че же мы всосали-то тогда? Если у меня команда обычных овощей и у них команда обычных овощей. Перерыв, короче. Пойду заодно выключу стиралку. И снова башни Рока. Снова карта, где очень сложно играть с тиммейтами, которые не умеют, черт подери, играть. О, я баню. До свидания. Баню я, значит, я баню. Окей. О, против меня играет этот Кайзерен. А за меня играет Локтар Огар. Помню его с прошлых видосов. Вчера с ним играл. Что у него сегодня, кстати? Тоже туда-сюда идут катки. А, погоди, он не играл сегодня. Это его первое за сегодня. Диабло забанил, да? Я Дехаку забаню. Зератула возьму. Спрашивают друг друга. Тоже никнейм какой-то знакомый уже играл сегодня с ним. Или вчера. Что они заберут Азмодана, наверное, да? Нет. Азмодана или Светика, я не знаю. Забаню Азмодана. Еще они могут взять Зуло, тоже неприятный герой для этой карты. Посмотрим, что получится тут у нас. Пока что мне нравится. У них пик такой, что я вписываюсь. Нам нужен хил.
Утр. Нам нужен утр. Или Андуин. Андуин забанен. Ну. Все у нас есть. No damage. Нам нужно отыграть 4 катки с прошлого видео. Ну ладно, окей, 3, там мы одну отыграли. 3 катки с прошлого видео, одну катку с этого. Итого нужно 4 победы. Видос, видимо, долгий будет. Ультра долгий. The battle begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. First blood has been drawn. Ханза в кластерке. Уходим. Блин, я умер. Ошибка. Моя ошибка. Какой ты наглый, однако, а? До свидания, брат. Ну-ка, подожди-ка, иди-ка ко мне. Так, ясно. Но нет, и сюда нет. Но я же нажал Ешку, почему она не сработала сразу? Одной тычки не хватило полутора, но там бы я бы умер, если бы сделал эту тычку. Опыт хотя бы собирают, не то что было у нас тут в прошлом видео. Давай свой стан, молодец, а теперь я прожму тройку и безнаказанно ее использую. Зато хил соло постоял. Почему двое стоят соло на одной линии? Там это не меняет того факта, что я ошибся сам, да, я умер, но если бы они не стояли соло вдвоем, то с нами был бы пес, и пес бы меня, возможно, бы похилил, возможно, бы все пошло бы совсем по-другому. Go forth and claim the altars in my name. The Raven Lord demands it.
Они забрали два. Они забрали два, мы забрали один. Плохо. Да, брать отличная идея. Может быть, мы трапать попытаемся, а не брать. Вот как ты думаешь, брат, а? Может, мы будем трапать, а не брать? Да-да. Так. Он меня видел, да? Может, я на наглости успею в крысу забрать их точку? Хотя там Фалстад с полетом, да? В этом вся фишка. И Утр здесь рядом. И Ханза идет. Не, я херню делаю. Я хороню себя просто. Он. Третья грубая ошибка. Наверное, сказывается легкий тильт за то, что сегодня много сливался. Вас же гангует. Это же даже видно. Пусти меня своим бодиблоком ссаным! Она выжила из-за этого. Я за маной. Не знаю, как им, а мне нужно маны. Рыгар у нас делает одну и ту же херню уже который раз. Он берет кэмп, который нахер не нужен. Особенно, когда рядом точка. Особенно, когда рядом точка. Дрит меня сейчас кэмп убьет. Три ваншота. Сейчас нас Ханза всех и распилит. По одному. Мне нужен фонтан.
Это наш? Отлично. Блин, я промазал вышкой. Не, отлично. Уходим. Здесь они нас перевоюют. И тут рядом, ну. Ладно. Вот так тоже как вариант. А я умру, да? Не умру. Маны мало. Он не должен знать, что я здесь, блин, он меня запалит сейчас. Так, я бэкаюсь. Ресурсов мало. Где хелпа моя? Бабл дали ей, черт. Кто тебя отпустит, а? Метка на минус 15 армора, это очень неудобно. О, хрена мы. Это босс. Это, видимо, однокалиточная катка вот эта, это, видимо, подарок. Закатку на бойне на Браксисе. Где там у меня был Мурчали и Варен в Таунт. Да? Если прошлую катку, очевидно, я проиграл, да, потому что я бэкдорить там стал, когда можно было не бэкдорить, то конкретно катку на бойне на Браксисе выиграть было невозможно. Я был на гороше, и повлиять на исход катки было нереально. Пойду Фалстада убью. Четыре секунды надо подождать, две секунды надо подождать, одну секунду надо подождать. Трое. Встанем в инвиз вот здесь. Подождем. Блин, четверо. Все, где? Жестко. Продолжаем, ребят, что я могу сказать? Продолжаем. Не хочется заканчивать, не отыграв все свои пораженьки. Не знаю, кого тут лайкать. Вот лайк, но не знаю, вот этого челика. Все. Он спушил наверху кипу, пока мы там снизу развлекали их. Вот такая статка, вот такие таланты. Пауза. Стат ужасов попадаем мы. Посмотрим, что из этого получится. Водичка у меня еще закончилась, это неприятно. Опять тот же самый плеер, который был на Рогаре.
Кого я здесь хочу убить? Вернее, взять. Убить. Кого я хочу здесь убить? Всю вражескую команду хочу убить. О, горош появился. Отлично. Отлично. Вообще, вообще нравится наш пик. Зачем? Why? Я возьму Зератулу, нафиг банить Джайну. Ладно. Минус горош. Чай. Горош бы здесь зашел неплохо. Назиба еще хуже, чем Джайн, откровенно говоря. Ладно. Ладно, фиг с ним. Забанили и забанили. Интересный пик Малтаэля, конечно, когда у них там магдальник. И сейчас потенциале там просто возьмут Тайкуса и скажут до свидания этому Малтаэлю. А что-то знакомый никнейм, это челик, с которым я уже играл, да? А нет, не играл. И он, кстати, первый раз взял кого-то, кроме Тайкуса за последнее время. Ну, Дуина надо забанить, или Валлу, или Моралес. Если там Валла, значит там будет Моралес плюс Валла, скорее всего. Сколько там она дает армора? 25. Морали сложно убивать, потому что она стоит всегда за спинами тиммейтов. И у нее, конечно, хп немного, и в теории я могу в нее ворваться и убить, но на деле у нее 25 армора, куча отхила, и она всегда ходит с кем-то. А это означает, что влететь в нее очень сложно. То есть в нее влетать нужно вдвоем. А у нас вдвоем с кем? Ну, с Диабло разве что. О, или Дам. Ну, или Дам, это ошибка против Орфеи. Хотя, может, наоборот, кстати. Но... не знаю. На мой взгляд, Орфея это как Джайна против Иллидана. Кажется, что Иллидан должен побеждать, а на деле нет. Блин, у них еще и алмаз в пати, ну зашибись. Можно еще жестче врагов подбирать? Так ладно, не паникуем. Прошлое вытащили, и это вытащим.
I be in two places at once? The battle begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Я к фонтану и за их осадкой. Попробуем в крыску отыграть. Вообще здесь можно пару фражиков замутить. Блин, а он выживет, а я нет. Печально. Зря я развернулся. Надо было все правильно, как я сказал, делать. Идти на их осадку было, попробовать ее скрыть. Ну ладно. Смогу ли я убить на таком левеле или дану? Нет, наверное, нет. Опыт не собираем, пойду-ка я, короче. A talent. Ah, heroes. You're just in time for the seeds of my vengeance to sprout. But which of you will gather them first? Переворачивать было не обязательно, братан. Куда идем, что делаем? Пушим. Семечко там так и так возьмется. Красавцы. Перевернул бы вот ты его, было бы намного лучше. Давай. Отлично. Ух ты. Мы должны успеть семечку взять быстрее, чем они, потому что они отвлеклись на меня. Это означает, что семечка халявная, я на нее не пойду, значит. Да, все, я не пойду на нее. Вот этого я не понял, что там у них произошло.
Но это уже на совести моих тиммейтов. Нужно чуточку везения. А если быть более конкретным, нужны просто тиммейты, которые делают хоть что-то. И тогда катки будут тащиться. Не, умер. Перед семечко умер. Блин, воды нет. Последние капельки водички. Вот куда он пошел на своем Малфорионе? Подрались, а? Нет! Да блин! Ну я-то зачем дохну, Зерату? Остановись! Ай, Диабло пошел продлевать это все безумие. Все, просто дефайте и спокойно продолжаем отыгрывать. Эту семечку нужно задефать. Вот, Молтай поймал на Зибычу, ну или, по крайней мере, попытался. Лидан, да, идет сюда сейчас. А хелпы не будет мне, да? Драка ради ничего. Хотя нет, как-то ничего. Нет, все, не прав. Нет, здесь был не прав. Беру свои слова назад. Это была отличная драка. А я просто жадный, который хотел забрать Назиба. В итоге они все сделали правильно, а я бы просто, если бы они на меня сагрились, возможно бы не дал бы им. Короче, ладно, забейте, все, погнали пушить. Пушим вверх, пожалуй. Да я ради тебя развернулся-то, братан. Успокойся. Я уйду, ты-то что переживаешь? Так, идем пушить мид. Ух ты. Сердечки, кстати говоря. Пойдем брать харду, изю и вот это вот все. Тайминги обязывают.
Пришел за их осадкой. Эту семечку скипаем. Быстрее надо забрать, а то есть шанс, что ко мне уже кто-то идет. Is ready for gathering. I suggest you do it now. На базу пойдем. Блин, не пойдем. Черт. Не успеваю к ним. Ресурсов нет, нихера нет. Блин, пофайтились. Ну ладно, хоть победили. Все, уходим. Уходим отсюда все вместе и забираем семечку верхнюю. У них наверху вечные проблемы у нас. Там наверху два форта, у них один. Вот это было лишним, братан. Ну вот что ты сделал? Ну вот что ты сделал? Ты нас похоронил. Метка на фуловую Джоху, молодец. Если бы кинул метку правильно, сейчас был бы минус 2. И это был бы просто размен. Ладно, не паникуем. А, нет, паникуем. Семечко-то решающее. Эх, челики не хотят бэфить. Жаль. Это минус кипа на миду. А я пошел вверх бэфить. Блин. Тише, 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 тише. Никакие кемпы нахер не нужны, просто пушим. Destroyed.
Вот что Мелтейл делает? Вот что он делает? Мы эти кемпы взяли бы потом. А сейчас нужно было просто снести кипу. Sprout before you know it. Надо драться. Надо драться, и сейчас это надо делать, пока у нас преимущество по левелу есть. Collect the seed. And don't fret about the shamblers. They don't feel a thing anymore. Блин, догнать его не могу. Прикинь, еще промах этот вонючий. Да блин, да не говорите, что это ГГ! Не говорите мне, что это ГГ, я буду зол как черт! Ядрить, колотить! Красавец, лучший! Блин! Да идите! Какого хера, ну какого хера? Так, у него есть бессмертие, отлично. У него есть бессмертие. Живи, только живи, брат, только живи. Не надо дохнуть просто так. Хорошо, минус 2. 27 секунд, 13 секунд до Орфея. Ядрить, колотить, она не успеет. Ну нет, 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 нет. Да идите в жопу просто, идите в жопу, ну как это может быть? Ну какого хера? Да какая-то просто адская боль у меня сейчас. Ну что за говно просто? Это должна была быть победа, ну как обидно, это вы просто не представляете, как обидно. Демон Димон пробуждается. Следующая катка. Небесный храм. Воды не налил, блин, пока поиск был. Опять я баню, опять команда слабая мне попалась. Да. Обидно. Так. Дехаку. Нет, Рагну. Нахер Рагну на этой карте. Нахер Дехаку. И Светик еще забанить можно. Как же обидно, это просто атас. Такие катки отдавать. Дай-ка мы вот так вот сделаем, пожалуй. Со с вами побеседую. Как же обидно, реально. Как же обидно. Гребаный Лидан со своей охотой. Он заагрился на Орфея. Орфея отбежала. Челики это почувствовали. И все. И все, кто были в фронтлайне, сдохли.
Неудобная у них пати, конечно. У нас некем убивать это все. Ты вот взял Ханза, играть на нем умеешь? Блин, нет. Это челик из второго золота. Ладно. Вы надеетесь, что я не прав в своих предрассудках, что все Ханзы ниже алмаза хрень. Понадеемся, что этот Ханза будет хорош. Ханза во что? Мурадин с пинком будет. Варин в два мяча пошел. Такой себе выбор, скажу я вам. Ханза в кластерке.
Идите, забирайте осадку. Идите, говорят, забирай осадку. Ну, братан, давай. Не парь мозг. Где Ханза умер? Вот как это произошло? В аккурат прям перед точкой, а? Вот как он меня, через меня, вернее, умудрился свапнуть, если я был неудержим. Он должен был меня свапнуть же. Вот еще тут падла через кустик кидает тварина. Сейчас умрет это вот чучело. Заморское! Ну блин, ну кто вот тебя просил так как клячу вставать? Минус кипа наверху. Чел в колосса пошел, а не в гамичу. Десятка нужна. Yes.
Больно, очень больно. Он не умер, а должен был так умер. Отлично. Они просто стоят и танкуют. Почему? Не понимаю. А сейчас дерутся в невыгодном положении. Против челиков еще и миньонов. Миньоны так-то больно бьют. Сюда не нахер. Пошла, убила быстро всех. Стоять смирно и смотреть, как я вас трахаю. Вы пробудили демона Димона. Босс. Хорош. Черт. Чёрт. Да блин. Ошибся. Варян умер за мою ошибку. Херней занимаются. Сейчас они там умрут. И нас похоронят таким образом. Все, до свидания. Проще задефить, блин, эту осадку, чем сейчас за нее драться в таком невыгодном положении. Опять файтимся. А вот этот дефить кто будет? Кто их просил так драться, глупо? Кто вот их просил драться? Да ну, в жопу, опять из-за команды ведь. Ну вот почему не задефать бы низ, прежде чем пойти? Два алтаря отдали, два. Нашу харду тырят. А у нас 16-го нет, чтобы туда идти. Зашибись. Уходи! Уходи, я сказал!
Без 16-го даже нет смысла драться. 100% луз будет. Чего? Че мне сбила лошадь? Катапульта же уничтожена, с которой вылетел снаряд. Это байт какой-то. Вот здесь херня какая-то стоит в кусту. Нет, все, ошибаемся. Ошибаемся, нас четверо. Да блин, ну шо ж ты какой скилловый-то хер, а? Ну шо ж ты не зашел лицом-то ко мне? Грёбаная лиминка. Да блин! Как же долго этот варинг нам шел? Как же долго, а? Как же долго? Ну куда ты лезешь? А, ну хоть добил, ладно, молодец, хоть добил. Только толку от этого, размен. А, все, это ГГ. Да идите в жопу просто. Я манал такие катки играть. Ну просто бред. Все, они идут в кору. Да, до свидания, варин, давай, заюзай лошадь, когда тебя идут. И сзади калашматят все. О, боги. 20 секунд нужно продержаться. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Двадцатого нет. Как же больно меня бьют. Under attack!
Там что-то стреляет или какого хера у нас скоро падает? Пошли в жопу. Минус 3 так-то. Но надо 2 алтаря забирать. Нет, надо 2 алтаря забрать. Надо забрать 2 алтаря и вот здесь вот еще попушить. Не смей брать этот кемп. Тебя трахну за этот кемп. Так, теперь можно. Оп, ловим, ловим, ловим. Больно, твою мать. Если они умирают, это ГГ. Какая же неприятная катка, а? Все живы, все здоровы. Ну и когда? Кто-то умер. Все в говне. Да ну в жопу, ребят. Ну я не знаю, ну как эти челики играют? Это просто отвратительно. Что сегодня за день такой убогий? Ну просто вот просто. Как это возможно? Ну как возможно, что они так криво заходят? Ах. Ну бесит уже просто. Ну как так-то, а? Ну как так-то вот вы играете? Какая-то просто сегодня нереальная непруха с тиммейтами. То ливнет челик, то у меня мурчаль на Браксисе, то просто овощи. А таз какой-то. Ведь я понимаю, что здесь вот половина сегодня проигранных игр, это не по моей вине. Но вот что я должен сделать, если там просто нахер влетает Артанис и просто щелкает Ханза, который какого-то хера пошел вперед Гороша, блин. Ну красавец, что, сходил вперед Гороша. Бред. Просто бред. Или Минка там это чертова, блин. Пушила, как я не знаю, дамажила вернее. Сколько у тебя левел на лиминке? А, какой-то интересный малый. Понятно, понятно. Левел на лиминке, блин, смурф вонючий.
Но кроме нее там никто особо и не был жестким. Обидно, обидно просирать такую катку просто. А, дальше. Наконец-то! Хоть одна новая карта за последние 3 дня. Погнали. А то уже надоело играть на этом ядерном полигоне, бойни на Браксисе и на чем там я еще играю. Подожди, не того чекаю. Себя хотел чекнуть. На чем вот я играю? Небесный храм, сад ужасов, башни рока, ядерный полигон, бойня, драконий край. И по новой. Башни рока, храм, сад ужасов, ядерный полигон, лощина, пауки. Вообще не было оскверненных святилищ. Смотри, ни одного оскверненного святилища. Вот. 2 дня назад последний оскверненный святилище был. Пробуем снова выиграть в этой адской бойне. Жесть. Просто жесть сегодня, лустрик. И ведь половина из этого невозможно было выиграть. Вообще никак. Вот как эту катку выиграть? Вот никак ведь. Тут вот обидный посос, я там сам слил катку. Тут тоже нам зашли в кору без шансов. Тут тоже ходили как овощи, дрались. Здесь ливнул челик. Тут никто не стоял, не собирал экспу, просто арамились пятером. Реально, смотри, это невозможно было выиграть. Здесь ливнул, невозможно было выиграть. Здесь невозможно. 3 катки уже, да? Ну-ка сначала давай еще посмотрим. Так, ну это, допустим, просто поражение. Здесь тоже без шансов, кувалду никто не фокусил. Вот эта катка, вот эта катка, вот эта катка. Вот эта катка. Эту я проиграл. И вот эта катка. Это было без шансов. Это бред просто. Это просто бред. Столько пососов за день. И по таким глупым причинам. Там будет обмен. Там будет обмен. Там будет обмен. Алекстраза, подчугала, это уже пройденный этап у нас. Нет сустейна. А Тайкуса взять я не смогу, потому что в кувалду влетать не буду. А плеер это Кассия с прошлой катки, да? Да. Какой же у них сетап жесткий. Давай вот так возьмем. Нужно чем-то убивать все это говно. Хроми не будет убивать. Она будет убивать Фалстада, может быть, Кувалду. В лучшем случае Алекстразу. Сони и Мурадина никто не может убить у нас.
Два пати, значит там четверка. Блин. В потенциале там пачка из четверых. Опасно, очень опасно это. И воды я снова не налил, да ёшкин кот, сейчас приду. Успею, надеюсь. Почему Хроми наверху, когда Хаммер на боте? Хаммер на боте, Хроми наверху. ЕДЦ мне пишет, фокуси танков, Хроми будет фокусить Хаммера. Ага. Кто-то я прям смотрю, она его фокусит. Так, этот вэшку тут гоняет вовсю. А я умру, да, за это? Нет, он промазал. У меня еще и наушники отстают, ну ёлы-палы. У меня наушники рассинхронились, я думаю, почему звук такой странный? Сейчас, ребят, без наушников придется поиграть.
Ну где хил-то мой? Твою налево. Хроми. Нихера это Хроми не делает, блин. Не может она убить этого Хаммера, потому что Хаммер двигается. Соня начала собирать. Отлично. Уходим. Our Punisher has fallen before the enemy. Минус. Хрен. Молниями своими меня пилит. Вообще неудобно из-за этого. Да пошла дамочка. Опа. До свидания нахер. Выдох нужно было брать, потому что... Все, пушим до конца. Ух ты! Здравствуйте, до свидания! Маны нет. Нет маны, нет возможности. О-хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо! Держи пятюню, Светик! Нихера ты выжил, конечно! Вот это я понимаю! Вот это ты, браток, выжил, так выжил! Вот это ты, конечно, нихера себе! Вот это ты, конечно, дал. Нельзя умирать сейчас. Любая моя смерть это подстава для тиммейтов. Так, куда или же ты прешься-то? Вот это вот не надо нам. Вот такого не надо нам. Короче, не знаю кого, стреляю во всех. Кого попаду, того и стреляю. Thank you.
Нормально в итоге тайку зашел. Урона, может быть, не так много хотелось. И еще, видите, насколько правильно я подсказал челику, что нужен трал, а не какой-то Рагнарос. И в итоге мы реально, мы их ломаем, а не дефаемся. Прям под фортом деремся? По-моему, не надо. По-моему, надо отойти. На, поджопник тебе. Блин, не попал по ней гранаты, кстати. Так вот катка должна была быть выиграна на храме Ханамуры, где никто не фокусил гребаную кувалду. Вот именно так. Тупо халявная катка против кувалды была на Ханамуре. Но наши челики почему-то упорно били Вариана в той катке. И это было фатально. Фатально для нашей победы. Эх, ладно, что поделать. Ту катку мы уже не вернем, но хотя бы эту мы выиграли. Правильно. И почему так много кувалд? Это какой-то, типа, чё, новый тренд? Жёстко. Very жёстко. Ставлю лайк этому челику. Хотя, блин, Светик там на таких карапалях выжил. Короче, ладно. Потом... Когда-нибудь, может быть, еще с ним не покатаем. Вот такая катка, вот такие таланты. Ливаем, идем дальше. Сегодня видео будет очень долгий, пожалуй. Потому что я не хочу заканчивать, если у меня такой тут лустрик. Получается, вот это вот я начал это видео. Хотя, может, наоборот, лучше закончить. Нет, 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 нет. Будет долгое, черт подери, видео. Долгое, но... Но что поделать? Пауза. Вспомни Ханамуру, вот и она. Вот и она. Так. Александр с прошлой катки. У нас есть танк? Среди нашего вот этого царства. Блин, отдавать этому челику танка — плохая идея. Он плохо играл на танке. А тут есть дамагеры, да, у нас. А ты кто? Так, куча дамагеров, нет танка. Значит, мы делаем так, как я сказал. Зачем он банит Мурчаля? Что за бан такой интересный?
Надеюсь, КТЗ хороший. Хо-х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 о
Ядрить тут задрот. 214 левел этого Греймана. Варен 210 левела. Охренеть вы задроты. Ну ты чисто какой-то левый чел. Вообще не вписываешься в эту задротную пачку. А у тебя какого левела Артанис? Всего лишь 82-го. После того, как видишь там 1200 каток на килту сзади и 248 левел. 82 левел кажется ничтожным. Но нас пугает только Гензи, но его вроде не возьмут. Леминку, да, вот Леминка бесит прям жестко. Ничего не делает, зато миллиард урона наносит. Стоит там в жопке мира и накидывает свои вонючие шарики со стрелами. Гул'дан, отлично. Гул'дан медленный, он... Ему нужно стоять, чтобы вэшку сжать. Это вообще офигенски. Единственное, что не офигенски, что там фир будет. Пока что у нас все зашибись. Еще я не понимаю, почему мы Артаниса не локнули сразу. Нам повезло, что они его не забрали. Зул'джин неприятно для меня конкретно. Он броню игнорит. В теории. На практике, конечно, посмотрим, как оно там. А, блин, это тот самый Самура. Это тот самый Самура с... Бойни, из башни Рока, который собирал экспу с двух линий, а мои челики орамились на боте. Блин, это он. Ах ты ж черт. Ах ты ж черт. Ладно. Придется попотеть тут, видимо, по опыту. Так, запись идет, идет. Блин, уже полноценный стрим получился. 2.5 часа сижу. Жесть. Жесть. Ну а что поделать? Алмаз требует жертв. Что поделать? Таков путь. Да кинул же, ну! Ну кинул же, ну кинул же! Ну какого хрена он не кинулся в первый раз? Все, 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 все. Отстань! Ха-ха! Окей, одного меня на троих. Меня устраивает такой размен. Александр в гамбит пошел? Александр, который валла. Хорошо. Вала рядом не было, к сожалению. К сожалению, вала рядом не было. А это означает лишь одно для нас. Да какой миньон нахер? Ты что творишь-то? Товарищ Горош, вы перестаньте вот такой вот фигней страдать. Артанис там стакается, да? Ой, как хорошо Артанису-то в итоге против Самура стоять. И карта такая, что здесь не подаблсоукаешь, в отличие от гребаной башни Рока. Сюда иди, неважно кто, умирать будет все. Так, он меня фокусит, это плохо. Так, ты живи, не трать стаки. Стаки гамбита.
вражеского босса идем. Мы охереть какие наглые, мы жесткие, потому что мы можем. Сюда иди. Под хил хочется, хочется под хил. Ладно, уходим. Вала сикает, Вала боится. И Стуков сикает, Стуков тоже боится. Эх, они, сикунишки. Босса и дефить босса. Танец, ты должен быть на дефе. Блин, они дерутся. Никто не пошел дефать. Это отвратительно. Это просто ужасно. Никто не пошел дефать. Да, сейчас ты пошла уже поздно, родная моя. Что ты там пошла спустя миллиард лет? Хера резкая. Лезет куда-то, куда я даже побаиваюсь пока еще лезть. Левел не позволяет еще нам так жестко лезть. Тем более у нее гамбит. Гамбит — это важная штучка. Ну, сам промазал, брат, я тебе кидал их. Нету Ешки. Ну, есть Ешка. Оп. Блин, а как же жестко Мурадина подловили. Сейчас у него буквально тычку килтузаду, он бы умер. Тем более, что у килтузада автоатаки замораживающие, да? Ого. Килтузад сам виноват, что не догадался. Мог бы себе фражик получить. Не на боссе. Да пусть зайдут, ядрить. Сюда иди. Кто там, куда хотел зайти? Кто и куда хотел зайти? О, там поймали этого чудика. Блин. Оп-о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 п. Дерьмово. Увал из стаки. А челик турельку не ставит, жмется. Турельку. Посыпались локальные поражения первые. Но Вала до сих пор не просрал ни одного гамбита. Это прекрасно. Это очень важно. Почему Вала АФК стоит? Эскорт.
Блин, там этот чудик умирает. О-о-о-о. Блин. Где Вала? Что за АФК? Что за АФК посередине катки? У меня и так уже сегодня были катки с ботом. Что произошло? Блин, ну что за бред? Что за бред? У меня и так сегодня был Ханза бот, Мурчаль, Вариан Таунд. Хватит, хватит с меня этого бреда. Не успеваю я, походу. Блин, отдали, отдали тележку просто потому, что Вал не пришла. Ну, зашибись теперь. До свидания, нахер. Можешь меня тут станлочить хоть целую вечность, брат. Да, нахер. Кивала умерла. Бывает. Что поделать. Первый гамбит на 9-й минуте просрала. Это плохая идея. Нет. Вот это давай брать. Почему? Да потому что настрои, а их уже пятеро. А Артанис не с нами, а Вала вообще мертвая. И ко мне сюда турель. Блин, он ее забрал. Вот брать было не обязательно. Мне нужно к кому-нибудь подойти. Иди сюда. На. Фух, я выживаю. Ходим кучкой против Гул'дана. Все, уходим нахер отсюда. Блин, нет, не уходим. Такие, блин, не уходим. Все, бэкаемся. Свидание. Молодец, минус ульта. На, нахер. Тележку везем. Идем сюда, сейчас кто-то ошибется вот здесь 100%. Блин, что за тайминг, я только отвернулся. Самура минус. Тут сейчас фир будет, неудобное место, давайте отойдем. Не хочу драться там в фир. Да, вот этот примерно фир. Куда пошел, братан? Это Кора.
Это просто кор, это просто разнос от гороша. Потому что не надо было, черт подери, злить товарища Зератула. Потому что когда злят Зератула, появляется демон Димон. Демон Димон, он три шкуры сдерет с любого, кто у него попытается отобрать алмаз. Даже если это, черт подери, будут мои собственные тиммейты. Сиди там ниякой. Вот это пушим. Все. Все. Теперь они будут банить гороша, когда будут видеть никнейм Зератула. Дальше идем. Мы отыграли этот видос вроде бы, да? Мы вышли в плюс в этом видосе. В этом видосе было сколько каток? 5, наверное, 6. Сейчас почекаем. Кому ставлю лайк? Да не знаю, но на стуку поставлю, просто потому что. Вот такая катка, вот такие таланты. Сколько я уже сегодня всрал и сколько выиграл. Вот эта вот катка, это вроде бы первая катка этого видоса, да? То есть мы в плюс одну за эту, за этот видос вышли вроде, да? Получается. Или вот эта катка была первой. Ладно, неважно. Что по времени? 2.34. Давай сделаем паузу. То есть этот видос мы закончим, потому что иначе его заливать будет очень долго и неудобно. Поэтому ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, существует Battle.net, сервис Discord, оформляйте спонсору, чекайте мой Telegram. Удачи в играх и не только, а я... Чё я? Я продолжу, чё. Но не в этом видео для тебя. Все, пока-пока.